Привет, девчонки! Я к вам еще с одним мастер-классом. Сегодня мы сделаем с вами снеговичка. Так же само возьмем бумагу, делаем шарик, обернем фольгой. Сделаем два шарика. Один побольше, другой поменьше. Для этого мы сейчас обернем тканью два шарика. И продолжим декорировать снеговичка. Итак, мы с вами обтянули шарики мехом. Теперь мы соберем нашего снеговичка. Так, собрали. И начнем его декорировать. Для того, чтобы он был устойчивый, я там на шарике немножко сделала ровную такую поверхность. Так вот, просто об стол. Ну, вот фольга, я так сделала ровную поверхность, чтобы он стоял у нас. Так. Так, склеили. Теперь можем задекорировать. Для этого я сделала шарфик и шапочку. Как в предыдущем видео, где я птичек делала. По такой же технологии собрала. Сейчас мы оденем ему шапочку и шарфик. А потом приклеим носики. Фиксируем. Слегка, чтобы не схватился. Повязываем шарфик. С бомбончиками сделала. Так. Вот. Сейчас мы сделаем ему носики, глазки и ротик. Для носика я возьму холодный фарфор розового цвета. Носик мы сделаем такой толстенький. Не очень тоненький, а толстенький. Так же само каплю и об стол. Сейчас примерим. Вот у нас так носик будет. Тоже приклеим на горячий пистолет. И глазки сейчас сделаем из черного холодного фарфора. Шарики скатаем одинакового размера. Немножко шапочку поднимем. Здесь у нас глазик будет. Поднимем шапочку. Здесь у нас глазик будет. Глазки мы приклеили. Теперь надо в ротик. Ротик мы тоже сделаем из холодного фарфора. Сейчас скатаем такую полосочку, колбасочку такую. Загнем. Сейчас примерим, какой он у нас. Точечками делайте. Пинцетиком, чтобы не обжечься.
лишнее уберем. Теперь из холодного фарфора розового цвета сделаем пуговички снеговичку. 3 штучки. Шарик расплющиваем и вот сюда приклеим. Ну вот, наш снеговичок готов. Творите вместе со мной зимнюю сказку к празднику. Вот. Снеговичок с елочкой. Все, девчонки, всем пока. Успехов вам в творчестве. С наступающими. Пока.